Наша сегодняшняя героиня – восходящая звезда, американская олимпийская тяжелоатлетка Мэтти Рогерс. Родилась 23 августа 1995 года в Апопке, штат Флорида. Всего за несколько лет девушка стала одной из самых популярных спортсменок в США. В 2015 году она отправилась на международную гонку в Junior Pan Ams, оставив свой след в мире тяжелой атлетики. Там она финишировала с лучшим рывком в 92 килограмма в своей категории. Заработала золотую медаль и установила американский рекорд среди юниоров. А в следующем году Мэтти уже была чемпионкой мира среди студентов, победительницей открытого чемпионата Америки и лучшим спортсменом в общем зачете на национальных чемпионатах и олимпийских соревнованиях, хотя отбор на Олимпийские игры пройти так и не удалось. В 2018-м Мэтти Рогерс стала первой американкой за последние 20 лет, которая смогла завоевать медали на трех чемпионатах мира подряд. На тот момент ей было 23 года, а рекорды спортсменки сделали ее лучшей тяжелоатлеткой весовой категории до 69 килограмм за все время. В 2019 году Мэтти завоевала серебро в соревнованиях в Таиланде. Тому, кто никогда не занимался тяжелой атлетикой, но хочет попробовать, девушка советует найти опытного и сертифицированного тренера. Только он сможет научить, как выполнять упражнения правильно и безопасно. Кстати, в свободные часы Мэтти Рогерс также сама тренирует детей. «Моя работа – увлекать ребят спортом», – признается девушка. Обучать и учить по мере их развития. Единственный совет, который дает Мэтти – почувствовать свою страсть к спорту, уверенность в силах и просто начать этим заниматься. Прежде чем прийти в тяжелую атлетику, Мэтти увлекалась чирлидингом и гимнастикой. Она начала заниматься кроссфит, когда ей было 17 лет, и буквально влюбилась в этот вид спорта. Кроссфит оказался совершенно новым миром. Спустя год тренировок выступила на первом соревновании, а в 2014 году дебютировала в Международной федерации тяжелой атлетики на панамериканском чемпионате IWF. Большое внимание спортсменка уделяет правильному питанию. Вместе с тем, она не сидит на строгих диетах и может позволить себе съесть все, что угодно. Обязательно находит время на полноценный сон и регулярные массажи. Для полного восстановления организма делает растяжки. Одна из сильных сторон Мэтти – способность быстро адаптироваться к любым условиям. Когда что-то начинает идти не по плану, она тут же придумывает новый путь и сосредотачивается на нем, в то время как другие остаются подавлены. Сегодня Мэтти Рогерс активно готовится к Олимпийским играм в Токио. Для этого ей пришлось набрать вес до 76 килограмм. Из-за нестабильной обстановки в мире соревнования были отложены. Спортсменке приходится тренироваться в собственном гараже, а общение с тренером происходит в режиме онлайн. Тем не менее, девушка настроена на лучшие результаты и продолжает заниматься ежедневно. Она записывает упражнения на видео и отправляет их тренеру. Каждое занятие длится около 4 часов с перерывом. В тренировку включены рывки, подъемы, приседания, тяга, бодибилдинг. В последнее время Рогерс активно пользуется Instagram Live, где 650 тысяч ее поклонников могут следить за жизнью спортсменки. Многие начинающие тяжелоатлеты вдохновляются достижениями девушки и ее преданностью к своему делу. Этой осенью Мэтти собирается выйти замуж. При ответе на вопрос, как совмещать семью и тренировки, девушка признается, что главное расставлять приоритеты. Невозможно одинаково много времени уделять и тому, и другому. Поэтому важно ежедневно определять порядок и следовать ему.